Расправа над Николаем II и его семьей, произошедшая 16 июля 1918 года, ознаменовала финал монархии в Российской империи. Династия Романовых пала, но все же многие родственники последнего российского императора смогли спастись. В апреле 1919 года британский крейсер «Мальборо» отчалил от берегов Крыма, увозя Марию Федоровну и многих других членов семьи в Европу. Кстати, у меня есть телеграм-канал, в котором я рассказываю еще больше и интереснее об истории. Ссылка в комментариях. Большинство из них намеревалось, если и не вернуться к власти, то сохранить престиж своего дома. Так, например, Кирилл Владимирович, который после 1918 года формально оказался первым в генеалогическом порядке наследования престола, в 1922 году провозгласил себя императором в изгнании и возглавил дом Романовых.